Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». И сегодня у нас в гостях директор Рязанского театра «Кукол» Константин Кириллов. Здравствуйте, Константин Геннадьевич. Здравствуйте. Я надеюсь, что лето у вас прошло плодотворно, вы успели и отдохнуть, и поработать. Но, насколько знаю, совсем недавно вы вернулись с фестиваля, который проходил в Болгарии. Если можно, расскажите, что это за фестиваль и с чем вы туда ездили? Да, действительно, 7 августа мы вернулись из Болгарии с замечательного фестиваля, проходящего в городе Бургас. Фестиваль называется «Дни на Куклите». Это open air в самом центре города, на набережной установлена большая сцена. И на этой сцене театры, участники фестиваля по вечерам, поскольку днем очень жарко, первый спектакль в 7 часов вечера, 8-9, театры играют спектакли. Вход на эти спектакли абсолютно бесплатен, поэтому огромное количество зрителя, это и жители города, это большое количество отдыхающих, поскольку это город курортный, тут же пляж, поэтому вот такая вот летняя, теплая и в буквальном и в переносном смысле атмосфера фестиваля говорит о том, что искусство нашего театра «Кукол», оно настолько многогранно, что оно может и вот в таком контексте восприниматься. Потому что, конечно же, мы повезли с собой спектакль. У нас нет в репертуаре спектаклей, которые специально сделаны для того, чтобы показывать их на улице. И мы предложили организаторам фестиваля наш спектакль «Теремок». И они с удовольствием согласились принять наш спектакль. И вот с этим спектаклем 2 вечера, 2 и 4 августа, мы играли спектакль на эту замечательную публику, на этой открытой площадке. У нас этот спектакль идет в малом зале, то есть максимальное количество зрителей 80, а здесь, ну, такое количество зрителей было там, ну, наверное, я не знаю, может быть, человек 500. Причем это такое броуновское движение, дети находятся перед самой сценой, буквально на земле, такие специальные картоночки, которые они используют для того, чтобы уж просто совсем не сидеть на асфальте. Вот дальше зрительный зал, где родители и дети постарше, бабушки, дедушки, можно зайти во время спектакля, выйти. Но, тем не менее, интерес огромный, живо все очень воспринимается. Конечно же, присутствовала и русскоязычная публика, поскольку много наших соотечественников отдыхает в Болгарии. Ну, вот такой вот замечательный фестиваль. 4 болгарских театра принимали участие в фестивале и 4 зарубежных театра. Испанский театр, 2 российских театра и турецкий театр. Скажите, вот специфика выступления именно на улице для вас, для актеров, это же, наверное, сложнее, чем на сцене. Ну, конечно, потому что, тем более, я говорю, если спектакль делается на сценическую площадку и не предполагается его эксплуатация на улице, потому что это все-таки несколько другие условия существования, и актерские, и визуальные, то есть оформление спектакля. Но здесь вот как-то все сошлось. Артисты переживали, мы с Валерием Николаевичем переживали, что вот такая большая площадка, вот, и что кукол, может быть, будут мелковаты для такого большого пространства. Оказалось, нет, все замечательно, все видно, все понятно, все слышно. Артисты слышат реакцию зала, и поэтому все как-то вот все-таки вот эта такая дуга между сценической площадкой и зрительным залом, она присутствует. Наверняка любой подобный фестиваль, это в том числе и обмен опытом. Вы видели спектакли других участников? Да. И какое впечатление на вас они произвели? Мы видели, конечно же, практически все. Мы не успели на первый день открытия фестиваля. Мы приехали на второй день. Мы не видели спектакль именно организаторов фестиваля, хозяев Бургасского театра «Кукол». Но мы знаем этот театр, у нас с ним дружеские отношения. Этот театр будет у нас совсем скоро на Рязанских смотринах со своим спектаклем. Мы видели несколько интересных спектаклей. Все-таки формат open air, он такой, ну, своеобразный. Был замечательный испанский спектакль, этот
артист работает этот спектакль уже порядка 20 лет, и мы ранее видели его в записи, этот спектакль, так называемая поролоновая азбука, поролоновый человечек. Я думаю, что многие даже рязанцы, кто следит за искусством театра кукол, наверняка видели спектакль Бертрана вот в интернете. То есть вот именно есть такой знаменитый номер, когда поролоновый человечек прыгает с трамплина. Вот теперь мы посмотрели весь спектакль целиком. Вот много лет спектаклю, но он прекрасно воспринимается. Вы уже упомянули о том, что в этом году вновь на Рязанской земле будут проходить рязанские смотрины. Если можно, несколько слов об истории этого фестиваля, ну, для тех, кто по какой-то причине еще ее не слышал. Да. Ну, может быть, действительно, у нас в Рязани появились наши новые рязанцы. Кто-то приехал в наш город, кто-то находится здесь сейчас в гостях. История фестиваля уже такая серьезная, солидная. Наш фестиваль был первый раз проведен, основан и придуман Валерием Николаевичем Шацким в 89 году. Рязанские смотрины являются крупнейшим российским международным фестивалем театра кукол, самым старшим фестивалем, самым взрослым. И поменялось уже государственное устройство, а тем не менее наш фестиваль жив, слава богу, ни разу не прекращал своей деятельности. Фестиваль проводится раз в два года. В фестивале принимают участие российские и зарубежные ведущие мировые театральные коллективы. Благодаря поддержке правительства Рязанской области, наших друзей, партнеров, мы организуем и проводим этот фестиваль. Когда он будет проходить? В этом году? И каких гостей вы ждете? Открытие фестиваля традиционно, ничего не меняется. Наш фестиваль проходит по нечетным годам. И открытие фестиваля каждая вторая суббота сентября. Поэтому в этом году мы открываем фестиваль 9 сентября. И с 9 по 13 число 16 театров представят на площадке большой и малой сцены Рязанского театра кукол. И благодаря поддержке наших друзей, партнеров Рязанского театра драмы, также на большой и малой сцены театра драмы пройдут спектакли фестиваля. Всего будет показано 32 спектакля. Два спектакля в рамках фестиваля еще пройдут на площадке, на специально построенной сцене торгового центра М5 Молл. Откуда приедут на этот раз гости фестиваля? Из зарубежных участников у нас спектакль из Испании, из Барселоны, театр «Зера энд Кондукта». Спектакль называется «Пластический замечательный спектакль» Аллегро Манон Троппо. У нас два болгарских театра участника. Это наши большие друзья Пловдивский театр кукол со спектаклем «Дама Пик». Этот спектакль, я видел его год назад на фестивале как раз в Пловдиве. Это была премьера тогда. И вот за год своей жизни этот спектакль получил все национальные театральные премии Болгарии. То есть это очень хороший спектакль. Также наши друзья Бургасский театр кукол привозят фольклорный замечательный спектакль «Тумба-лумба», основанный на болгарском фольклоре народном, музыкальный, очень яркий, эмоциональный спектакль. Так, про испанцев я сказал, болгар я сказал. Значит, Словения, Люблянский театр кукол, очень интересный спектакль «Утка, смерть и тюльпан». Театр из Луганска, спектакль «Птицы». И российские театры – это Иркутск, «Калифаист», это театр Образцова, сказка «Золотой рыбки», это Оренбург, это Мытищи, дорога в Вифлеем, это Симферополь, «Любовь Дона Перлимплина», это Саратов, два спектакля нам представляет вечерний спектакль «Гулливер» и детский спектакль «38 попугаев». Это два наших больших друга белорусские театры. Национальный Минский театр кукол привозит спектакль «Интервью с ведьмами». И наш большой друг, главный режиссер Гродненского театра кукол Олег Жужда, который поставил у нас уже в театре три спектакля, привозит свою замечательную «Чайку», новый спектакль.
который наделал очень много шума в Белоруссии. Также интервью с ведьмами, о котором я сказал чуть ранее, Минского театра, тоже такой вот хедлайнер прошлого театрального сезона в Белоруссии. А Рязанский театр что покажет на этом фестивале? Мы представляем два спектакля. Это спектакль Олега Жужды «Лафертовская маковница», вечерний спектакль, и спектакль Валерия Николаевича Шацкого «Золушка». Насколько я знаю, каждый раз и для рязанцев, и для гостей фестиваля вы готовите массу сюрпризов. Это касается и самого открытия рязанских смотрин. Всегда выбираете какую-то одну тему, да, если можно... Ну, прям чуть-чуть приоткройте завесу тайны. Что будет в этом году? Ну, у нас нет темы фестиваля, из чего сформировалась бы афиша. То есть мы не давали театрам претендентам. Хотя можно сказать, что огромное количество заявок получил наш оргкомитет. 63 заявки поступило. И вот было отобрано 15 театров-участников. 16-е это мы. Мы не даем тему фестиваля, чтобы она была, так сказать, прослежена именно в спектаклях, но, тем не менее, антураж и атмосфера, вот тут мы берем тему, и в этом году, ну, кукольники, люди все с юмором, и мы, так сказать, не забывая о каких-то таких исторических серьезных датах, мы обратили внимание, что вот год 17-й у нас, и поэтому как-то вот пытаемся вспомнить, что у нас было 100 лет назад, и как-то вот немного на эту тему поиграть, пошутить. Там 100 лет назад было совсем не весело. Там было не весело, а сейчас мы говорим о том, что все-таки у нас, у кукольников, это будет весело. В общем, девиз сегодняшнего фестиваля «Кукольники всех стран, объединяйтесь». Вот так. Да. У вас фестиваль, это просто как фестиваль или есть какая-то конкурсная программа, по итогам которой? Нет, наш фестиваль принципиально не носит конкурсной составляющей. Искусство – вещь субъективная. Поэтому мы стараемся представить весь спектр того, что самого интересного, что произошло в искусстве театра кукол за последние 2 года. Каждый театр-участник получает авторский приз. В этом году это авторский диплом гравюра народного художника России Михаила Шелковенко и статуэтка фестиваля, которая выполнена художником-керамистом Анной Лощук. Рязанцы смогут попасть на эти показы, увидеть спектакли участников? Каким образом это можно сделать? И, может быть, уже пора куда-то бежать за билетами? Уже давно пора. Давно пора. Уже билетов осталось совсем немного. Билеты в продаже уже находятся почти 2 месяца. Билеты можно приобрести, электронные билеты, благодаря порталу kassa.ru, либо прийти в кассу Рязанского театра кукол и на что-то, если еще у нас остались. Есть еще билеты, их не так много, но, тем не менее, на какие-то спектакли уже нет, на какие-то есть. Так что торопитесь, друзья, в кассы, чтобы приобщиться к этому замечательному событию Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины». Константин Геннадьевич, большое спасибо, что нашли время сегодня к нам прийти. Будем с нетерпением ждать открытия фестиваля. Ну и расскажем о нем тем, кто не сможет прийти на это открытие. Спасибо вам. Ну, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем нашим телезрителям всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках.